Всем привет, с вами Юля, и сегодня мы поговорим о новом совместном проекте. Недавно на моем канале завершились два совместных проекта, это «Мои любимые коты 3» и «Моя зима». Мы завершили наши проекты, мы сделали розыгрыш, подарили всем подарки, но еще люди не получили свои подарки, но, по крайней мере, мы определились с победителями. Ну и по вашим отзывам я посмотрела, что многие просили продолжение СП, просила вас предлагать темы для нового СП. Мне писали девочки, спасибо всем за активность. И чтобы определиться с темой, потому что тем было много предложено, мы провели опрос, точнее я сделала опрос на моем канале YouTube в вкладке «Сообщество». Вот посмотрите опрос. Здесь у нас в этом опросе приняли участие целых 5 тем. Райский сад, цветы и птички, братья меньшие, все животные, море, ну, морская тематика, да, домики, любые пейзажи с домами и девчонки, женский образ. Вот, перед вами сейчас этот опрос. Вы видите, что 174 человека проголосовали. Очень большая активность. Спасибо всем. И как вы видите, извините, бликуют, ну вот показываю с телефона. Как вы видите, у нас есть явный лидер. Это райский сад, цветы и птицы. И я решила не затягивать с совместным проектом. Решила снять видео, потому что у меня сегодня редкое сочетание времени и настроения. А это дорогого стоит. Поэтому я заглянула в мою коробку с моими планами на этот год, посмотрела, что у меня есть по этой теме, и решила с вами поделиться и также снять видео, объявить о новом совместном проекте. Ну, как вы понимаете, здесь у нас явный лидер. Давайте вернемся еще раз к опросу. Райский сад 40%, второе место море 20%. Дальше у нас по 14% набрали домики и братья меньшие, и 12% это девчонки. Вот. Мы видим, что у нас есть явный лидер, это райский сад, цветы и птички. Я думаю, что в эту тему можно добавить бабочек и всяких стрекозочек, чтобы у нас был такой сад красивый. Чувствуется, что девочки устали от зимы и хочется уже цветов, хочется весны. Это логично. Так всегда идет по сезону. Мы с большим нетерпением ждем прихода нового сезона, живем, радуемся, а потом уже начинаем уставать и ждем следующего сезона. Вот зима нас порадовала, ну точнее кого-то порадовала снегом и своей красотой. Какие-то части России, не знаю еще Америка, кто смотрит, где-то была зима. У нас в этом году вообще аномальная жара. Я напомню, что мы живем, я живу в Греции, в Афинах. В Греции вообще есть зима, в центральной Греции, в горных районах выпадал снег. Ну, в Афинах у нас здесь снега практически никогда не бывает. И зимы особо тоже не бывает. До нуля практически никогда не опускается температура. А в этом году у нас аномальная жара. Было несколько недель по плюс 20, плюс 18, очень жарко. Максимум у нас температура опускалась до плюс 5. Была одна неделя, холодно было, такой циклон, а потом опять жара. Ну вот сейчас говорят, что с завтрашнего дня, с понедельника к нам придет холод и обещают даже снег в Афинах. Люди с замиранием сердца ждут этого момента. Не то, что они очень радуются, а боятся. Здесь люди не привыкли к снегу, боятся выходить, боятся поскользнуться. И на самом деле очень-очень боятся снега. Ну, это такие местные, в общем-то, моменты. Нас это не пугает. Мы с радостью ждем любой погоды. Ну и так, наш совместный проект. Так как у нас здесь хорошая активность, 174 человека уже проголосовали. Есть явный лидер. Райский сад, цветы, птички, ну и, скажем, и бабочки. И я подумала, что нужно уже дать толчок, чтобы девочки могли готовиться, подбирать сюжеты, начинать выкладывать ваши заявки в альбом. Я еще не создала, но сегодня этим тоже займусь, когда выложу видео. Сделаем мы альбом для заявок.
и начнем потихоньку готовиться. Я думаю, что мы начнем наш совместный проект 1 марта. Нужно дать время и мне, и вам подготовиться. И продлится он до 1 октября. Я думаю, это актуально. А дальше посмотрим. Вот, решила взять только один совместный проект, одну тему, потому что времени маловато, на большее я не смогу. Ну, хотя бы один проект, я думаю, что смогу осилить. И также в нашей группе ВКонтакте проходят сейчас игры с рулетками. Там все очень просто, интересно. Оставлю также ссылку, пожалуйста, переходите. Если кому-то интересны такие азартные игры, крестики, рулетки, пожалуйста, присоединяйтесь. Итак, моим набором к моей заявочке. Я нырнула в коробку с моими планами, посмотрела, и у меня на эту тему у меня очень много наборов. Это еще не все наборы с птичками и цветами. Еще много у меня в моей коробке на эту тему. Нравятся мне и птички, и цветочки. Давно не вышивала, поэтому с радостью поддержу эту тему. Итак, что я хочу заявить именно в этом совместном проекте? Давайте посмотрим вот эти наборы. Сейчас немножечко делаю паузу, потому что вспоминаю еще какие-то наборы. Я, наверное, не достала. Нужно будет их сюда тоже включить. Но все будет по ходу. Итак, с чего начнем? Начнем вот с этого набора. Это вервака. Вот такие две птички. Клетка, цветы. Яркий дизайн, очень позитивный. Синие птички, птицы счастья. Много можно провести ассоциации с данным сюжетом. Мне очень-очень понравилась эта разработка. Давайте посмотрим, что у нас по размеру. 23 на 29 сантиметров. Так, «Яркие птицы» называется сюжет. Написано даже на русском языке. И что у нас здесь в комплектации? Здесь у нас Аида 14 аккаунта. И вот такие яркие ниточки, даже есть металлик. Я вот сейчас вижу, смотрю через камеру, да, есть и металлик. Я планирую вышивать этот дизайн на равномерке, я буду заменять. Еще не занималась подбором основы, сейчас сяду, все, посмотрю мои запасы. Думаю, что не найду желтую основу и придется красить самостоятельно. Может быть, какую-нибудь линду я покрашу куркумой. Сделаю что-то желтенькое, что-то яркое. Ну, в общем, не знаю. Сейчас буду заниматься этим вопросом. Дизайн мне очень-очень нравится. И я думаю, что я начну именно с этого дизайна, потому что здесь, ну, такие краски яркие. Столько позитива, солнце, две счастливые птички. Я думаю, что вот именно с него я и начну. Кстати, это у меня был подарок от Ольги Луковой. Она мне сделала такой подарок приятный. Много разных наборов. Этот тоже наборчик, тоже подарок от Олечки. Интересный дизайн. Это у нас набор фирмы «Золотое руно». Летний блюз по мотивам картины «Еремейка». Размер работы 12 на 18 сантиметров. Кстати, небольшая работа. Всего 22 цвета используются. И вышивка идет на Мурана 32 аккаунта. Вот на Мурана я еще ни разу не вышивала, поэтому нужно тоже его брать обязательно в работу. Небольшой по размерам процесс, поэтому я думаю, за время нашего СП замечательно он у меня вышьется. И здесь такие яркие-яркие краски. Видно, что много бэкстича, но мы же смелые, мы не боимся бэкстича. Поэтому мне кажется, будет интересно. Это такая разработка, вот как вышивают девочки авторские схемы, где много цветов, часто смена ниток, что-то такое прорисованное. Ну, в общем, будет интересно попробовать. Дальше. Дальше я хочу тоже включить в совместный проект вот такой дизайн от Рогаблен. Корзина с розами. Покупала себе в подарок. По-моему, на день рождения себе покупала, уже не помню. Так, размер работы у нас 15 на 20 сантиметров, 26 цветов.
Здесь также показаны еще различные дизайны. И с обратной стороны у нас вот такая вот сеточка с разметкой и очень яркие ниточки. Посмотрите, какой здесь праздник. Просто шикарно. Включила этот набор в мои планы для того, чтобы попробовать вышивку на гобеленовой сетке. Гобеленовым стежком. Ни разу не вышивала, и мне кажется, что пришло время попробовать что-то новое. Тем более размер небольшой, 15 на 20 сантиметров. Я тоже думаю, что в этом году есть шансы справиться с этой работой. Вот, номер 3. Дальше. Ну и еще один прекрасный сюжет, дизайн, также подарок от рукодельной феи. Это набор фирмы «Чудесная игла», «Ласковый май», размер 32 на 32 сантиметра. Это уже такая работа побольше. Здесь почти полная зашивка. Точно не могу сказать, полная или не полная. Может быть и не полная зашивка, потому что вижу, где-то фон зашивается, где-то не зашивается. Здесь весенний букет, бабочки, очень много настроения. С обратной стороны у нас схема, не показаны ниточки и основа. Основа здесь цветная, не белая. Ну вот ниточек, то, что видно. Не хочу пока открывать, оставлю этот волшебный момент именно на начало, на старт совместного проекта, когда я буду начинать какой-то дизайн. И начну я, скорее всего, вот с этого дизайна. Вот. Хочу начать этих птичек. Прямо они затронули мою душу и сердце. Эти розочки, эти птички. Размер работы, как я сказала, 23 на 29 сантиметров. Но здесь не полная зашивка. Мне кажется, вышиваться будет легко. Главное мне сейчас найти подходящую основу. Надеюсь, что справлюсь. Если не найду основу, будет очень грустно. Но не хочу вышивать на Эди, на крупной такой основе. Хотя тоже будет хорошо смотреться, но нет. Нет. Хочется легкости, хочется вот именно какой-то так. Закончилось место на карте памяти. Пока я выгружала, значит, записанное, осмотрелась в моих процессах, нашла еще несколько работ, которые подходят по этой теме, ну и которые тоже я хочу вышивать. В принципе, я их вышиваю, но немножечко они у меня сейчас отложены, но хочу включить в этот совместный проект, по теме подходят, и они тоже у меня в планах моих на этот год. Так, во-первых, это вот такой небольшой дизайн от фирмы, от дизайнера Т. Гувернёр, монограмма, вышивка на льне, вот то, что у меня вышито уже на сегодня, вот так покажу. Видите, центральная часть практически готова. Ну, процентов 40. 50 нет, но процентов 40 вышито. Поэтому тоже здесь у этой работы много шансов быть завершенной. Кстати, я ее буду вышивать в нашей игре, в рулетку, в группе ВКонтакте. И у меня здесь такой магнитик классный. Вот эта жабка, она такая яркая, очень-очень прикольная. Мне понравилось. Вот, посмотрите. Красивые крестики. Дизайн здесь в такой стилистике. Знаете, вот как раньше бабушки вышивали розочки. Немножко пиксельный. Нет такой детальной проработки. Но он тоже очень милый и очень-очень симпатичный. Когда вышью, думаю, оформлю в подушку. В большую подушку. Сделаю еще какие-нибудь рюшечки. Что-то такое волшебное, легкое и такое романтичная, красивые розочки, василечки, что-то здесь такое. Вот, тоже буду вышивать монограмму в нашем совместном проекте. Дальше. У меня же есть вот такой вот начатыш. Это у нас Джанлин. 4 сезона птиц. Тоже подходит здесь и птички. Ну, цветочки вот только весной. Ну, а птички есть везде. Поэтому тоже подходит. Здесь работа на буквально на начальном этапе. Вышито всего ничего, каких-то там
200 крестиков, 300, не знаю, сколько всего вышито на самом деле, но очень мало. Вот, поэтому тоже хочется продвигать, вышивать, и я думаю, что и в совместном проекте эту работу я тоже вышью. Вот такие у меня планы на этот совместный проект. Присоединяйтесь обязательно, добавляйте, делайте вашу заявку. До 1 марта есть время подумать, выбрать, купить, подготовиться, дошить какие-то хвосты, если что-то есть еще, и подогнать какие-то работы, и уже с чистой совестью, с легким сердцем взяться за новые дизайны, вышивать свою весну, свой райский сад. Напомню, что в этой теме у нас участвуют цветы, птички, бабочки, стрекозки. Все это подходит под нашу тему. Приглашаю всех. На этом у меня все. Хорошего настроения и до новых встреч. Всем пока-пока!